Питання впливу на протилежну стать цікавило людей в усі часи. І саме сьогодні ми будемо говорити про те, як же за допомогою запахів можна впливати на протилежну стать. До нашої студії ми запросили Олександра Перевертайло, парфюмера. І пан Олександр вже давно створює свої запахи, свої особливі аромати. Тому ми сьогодні маємо таку можливість познайомитись не лише з парфюмером, який має вже такий досвід, а який ще знає, як же впливати на протилежну стать. Пане Олександре, рада вас бачити, доброго дня. І насправді, чи це правда, що за допомогою запахів можна впливати на протилежну стать? Наверное, и да, и нет. Так, чему так и чему нет? Потому что если мы имеем в виду непосредственное влияние, то, скорее всего, это будет комплексное влияние одного человека на другого. Да? Это симпатия, проявляемая к человеку, реакции на поведение, реакции на внешний вид и реакция на аромат. Но именно сам аромат не будет стопроцентным маркером вот влияния и побуждение к какому-то действию. Вот, бачите, як погано. Ну, на самом деле, совсем неплохо. Думала, що, ну все, я вже тепер набризкався, і я тепер маю вплив 100%, а тут ні. А все не так. Да, все не так. Ну, потому что человек – существо не однозадачное, да, высокой организации, и вот именно комплексное поведение, оно и характеризует нас. Ну, насправді, це жарти все, так? І ми знаємо, що є духи з феромонами. Ну, наприклад, так, духи з феромонами. Дуже довго про них говорили, казали, що, ну, 100% вони впливають. А потім почали говорити, що ні, це все неправда. І ніякої такої задачі перед цими феромонами не стоїть. Тобто це такий собі можливий вміст того, що може вплинути на людину, але він досить таки відносний. Ну, смотрите, феромоны, они как класс соединений химических, они существуют в животном мире, в мире насекомых, вот, и действуют они в основном все-таки к более низким, да, классам животного царства, нежели человек. Феромоны, они действуют в мире насекомых на 100%, то есть это вещества, которые побуждают их к каким-то действиям, и что самое интересное, ничего романтического в этом нет, потому что, допустим, если класс феромонов можно поделить на релизеры и праймеры. И релизеры это будут феромоны, которые именно вот приказного порядка, то есть, которые формируют поведенческую реакцию, допустим, защищать или, допустим, спариваться, продолжать род. И ничего в этом, ну, как бы особо романтичного нет, потому что это приказ. То есть, вот все, защищать дом, защищать, допустим, там, королеву пчел, ну, вот такого порядка. Праймеры – это тоже огромный класс феромонов, который формирует поведенческую реакцию и формирует следование чему-то. Допустим, еда там. Це маркери місцевості, куди ми йдемо за їдою. Тобто ми можемо накликати таким чином комах. А іменно в царстві позвоночних феромони возможно, ну, они как бы есть, но, возможно, действуют на поведенческие реакции, но это не доказано. То есть, возможно, рецептором феромонов у позвоночных является якобсов орган, и, возможно, что-то происходит, но так как, опять же, я повторюсь, что поведенческие реакции у нас формируются комплексно, то именно сами феромоны, они не выказывают решающего действия. То есть, это хороший маркетинговий продукт, який... Знову нас обманюють, так? Ну що ж, ми будемо насправді зовсім інакше себе поводити, ми будемо нюхати, нам буде подобатись, ми будемо купувати. Мабуть, це буде найкращий варіант з того, що є зараз. Ми не будемо йти на ці всі провокації маркетингові. Я дивлюсь, що є тут ще такі цікаві аромати, які ви принесли з собою. Можна понюхати, що тут таке? Вже на сьогоднішній день придумали, мабуть, усе. Але ж з'являються хіти. І отакі хіти, які десь з'явилися, вони потім розповсюджуються на масу населення і всі пахнуть однаково. Ну, дуже часто можна так помітити. Але ж не хочеться, хочеться бути особливим. Ну, поэтому і существує огромна індустрія, масова, не масова. Є концерни, є модні дома, є парфюмерні марки, косметичні марки, є дуже багато так називаємо нішевых марок, есть и инди-независимые марки. И, в принципе, вы можете, если вы хотите потакать массовому вкусу, можете купить что-то в сетевых магазинах. Если вы хотите выделяться, вы можете найти какого-то инди-производителя, выбрать у него, либо заказать на заказ свой личный аромат. То есть это тоже возможно. Тобто зараз все навіть можно сделать для себя. Да, и даже крупные марки, допустим, тот же дом Герлен, который очень знаменит. То есть вы, в принципе, можете прийти в ателье Герлен в Париже, принести некую сумму в тысячах евро и заказать для себя свой индивидуальный аромат. Тобто зараз вже можна і так зробити. Ну, це завжди так було. Було колись, це могли собі дозволити зірки, там, я не знаю, високого рівня. А зараз, ну, якщо там не так воно вже, якщо це доступно для когось, так, більш-менш, то можна собі замовити і не обов'язково бути зіркою високого ешелону. Звісно. Ось, ну, бачите, є варіанти, які нам дозволяють бути індивідуальним, які можуть нас підкреслювати. Чи може парфюмер порадити саме вам, який аромат підійде, що туди вкладати в ті запахи. Це ж він не повинен бути одним, так? Тобто ви повинні багато, мабуть, використовувати тих олій чи чого ще там, я не знаю, так? Сыровины. Сыровины, да. Ну, смотрите, в любом случае при заказе индивидуального аромата проводятся некие так называемые тест-сессии. Да? Это либо напрямую, либо не напрямую общение с клиентом, лучше напрямую. То есть предлагается какой-то набор базовых компонентов, которые клиент нюхает, и выделяет для себя то, что ему нравится, то, что не нравится. То есть из того, что нравится, оно, естественно, как бы входит в композицию, ну и на основе этих и не только этих создаются какие-то варианты, которые предлагаются клиенту, и путем нескольких встреч, путем доработки вариантов в итоге получаем то, что хочет клиент. Так, ну бачите, є і таке, але якщо ми будемо говорити зараз вже про те, що може з'явитися у парфумера, то він, мабуть, користується своїм власним смаком, він, мабуть, може десь почути якісь запахи, додати щось своє, можливо, додати щось те, чого ще ніколи не було, наприклад, і створити свою власну композицію. Конечно. Во-первых, по поводу того, чего никогда не было. Да? Химическая промышленность не стоит на месте, и концерны разрабатывают огромное количество разного сырья. И спустя какое-то время, да, когда заканчиваются патенты на индивидуальное использование, это выходит на рынок. И, в принципе, в современной палитре парфюмера около 5000 компонентов. У вас тоже стики есть? Нет, у меня столько нет, но у меня порядка 1000 компонентов есть, поэтому... 1000? А как вы живете? Это ж вы что, нюхаете это все? Конечно. В этих запахах вы живете? Нет, ну это же все закрыто, это не прям стоит в открытом доступе. Нет, ну все равно вы же с этим працюете. Конечно, да. Это, мабуть, такая палитра неимоверных ароматов. Большая, да. От которых треба уже защищаться. Нет, хорошая вентиляция, то есть, ну, опять же, ты это все нюхаешь, когда изучаешь, и когда с этим работаешь, когда составляешь композицию. То есть, допустим, когда у тебя есть уже готовая формула, и ты ее репродуцируешь, да, делаешь какой-то тираж, то, в принципе, это можно делать в маске. При хорошей вентиляции, то есть при наличии респиратора, как бы нормально. Это когда ты работаешь с концентратами. Залишается таким, как был с самого початку? Чи, можливо, вы уже он его... становится лучше с путем тренировок, путем каждодневного обоняния чего-либо. Нюх тренируется. Это так же самое, как можно воспеть голос, да, когда ты постоянно тренируешься, и у тебя какие-то индивидуальные особенности, ну, то есть заложено как какой-то диапазон голоса, но при этом, когда ты постоянно тренируешься, ты можешь этот диапазон расширить. Но так же самое с нюхом. Когда ты нюхаешь постоянно много всего разного, запоминаешь, анализируешь, то любой человек может натренировать себе нюх. А як ви це робите? Ну, з чого ви починали? От скільки, кажуть, знаєте, можна понюхати, ну, може, 5-10 варіантів, а потім далі вже все, ви вже не зможете відрізнити один від іншого. Ні, ну, ви смотрите, ви вже не починаєте, опять же, сразу з маси чого-то, то есть 2-3 інгредієнти, допустим, цитруси, да, берете лимон, лайм, мандарин. А вот вы их понюхали, вы описали обязательно для себя, что, допустим, там лимон относительно мандарина и лайма, он самый кислый. А лайм, допустим, с горчинкой, то есть какой-то свежий, какая-то сладость, что-то еще. То есть вы описываете этот аромат, и он как бы ложится, вы его запоминаете. И, допустим, в течение там одного... С закрытыми очима краще работать? Ну, не обязательно. И в течение 1-2 дней вы нюхаете 3 эти аромата до того состояния, когда вы уже понимаете, что вы берете блоттер, да, полоску бумаги, вы нюхаете, вы понимаете, что все, мандарин, так я выучил. Так. Вот, да. И спустя какое-то время потом следующее что-то, следующее там цветы, травы, какие-то синтетические компоненты. И эта база накапливается, и вы уже, в принципе, понимаете... И вы уже парфюмер. Нет, вы с развитым обонянием человек. Вот. И опять же, вы же понимаете, что даже в быту нас окружает масса запахов, и кулинарных, и бытовых, и каких угодно. И в принципе нюхать не обязательно парфюмерное сырье, нюхать можно что угодно, да, начиная от специй на кухне, заканчивая там, не знаю, в гостях, чем угодно, шторами. Даже у каждой квартиры есть свой запах. Так, так. Ну ви знаєте, я дуже чутлива з приводу запахів. Я відчуваю все і чую завжди, тобто я одразу можу зрозуміти, де там що. Ну, приблизно. Прекрасно, так. Ну, тобто є такі, є люди, в яких, можливо, з народження розвинено, так, це є. Є, так. Ось, їм можна було б розвиватись і далі, а можна, ні, ну, хто як собі вирішив, так, в житті. Але ось все одно, ті люди, які мають такі особливості, їм, мабуть, ще важче в житті, бо запахи не завжди приємні. Звісно. По-різному буває. Звісно. Чи вам не заважає таке ваше вміння чути и відчувати усе навкруги? Мне нет. Ну вот честно, то есть у меня не настолько обострен нюх, ну то есть не до каких-то болезненных ощущений, поэтому в принципе я с этим комфортно сосуществую. Давайте понюхаем, что вы принесли. Давайте, я вам просто вот отдельно еще это принес, я вам нанесу, и не говоря что, как, что, где, а вы просто мне... А я буду казати, добре. Просто ассоциации. Вот самое интересное в парфюмерии — это не то, из чего это сделано, не нужно угадывать, а то, какие Чем эмоции, пахнет, какие ощущения так? вам это дарит. Ну, дуже легкий, дуже свіжий аромат. Да. Ну, неймовірний. От він починає розкриватись, і одразу відчуваються трави, якийсь перчик, не знаю. Спеції, пряності є, да. Пряності є. Якась гіркота трошки відчувається. Ну и кислота теж, трошки кислого. В общем, что для вас, то есть какие у вас ассоциации? Допустим, это лужок какой-то, или это морское побережье, или... Я думаю, з травою більше пов'язано. Тобто з такою свіжістю, з садом, чимось таким. Вы бы себя в этом аромате чувствовали уверенно, обворожительно или как-то еще? То есть, если бы на деле... Приємно. Мне дуже приємно. И мне бы хотелось там быть дольше. Комфортно дуже дольше. И вот это ощущение, оно придаст вам еще более какой-то обворожительности в чужих глазах. То есть, это не феромон, это не еще что-то. Это, то есть, такая, знаете, одна из подпорок, да, галочек, которые добавляют вам вот чего-то. То есть, вы надели на себя какое-то платье, да, красивое, в котором вы чувствуете себя уверенно, свободно, вы надушились чем-то и добавили, вы сделали прическу, макияж, и все, и вам не нужны феромоны. Ні, все вже. Все готово. Якщо так, то вже феромонів не потрібно. Якщо це жінки, мені здається, їм простіше. Їм легше знайти той якийсь запал, який десь там є. А що з чоловіками? Чим ви можете зацікавити жінок, інших чоловіків? О, ви знаєте, мені кажеться, умом, чувством юмора. Тобто чоловікам інша справа? Нет, ну, естественно, понятно, что какое-то расхожее мнение, что мужчина должен быть немножко красивее обезьяны, тоже такой, да, вариант. Но, тем не менее, мы же смотрим по сторонам все, и мужчины, и женщины, и мы иногда видим пары, которые, ну, мы для себя, ну, не то, что неприемлемо, а удивляемся, да, допустим, в твоих глазах абсолютно некрасивый мужчина с какой-то чудесной, прекрасной женщиной. Но произошла какая-то химия, произошло общение, произошло обаяние, и они вместе, и не понимают, как они были друг без друга. Такие феромоны там, мабуть, впливали. И на какого-то красавчика, может быть, она бы и не посмотрела. Тут все очень комплексно. Я думаю, что ей подсунули вот такие ароматы. Возможно. Она понюхала и сказала, все, он мой. Возможно, возможно. А что еще там у вас есть такого цікавого? Да, есть еще. Хочется еще понюхать. Да, давайте еще я вам один покажу. Ну, я вгадала, так? Да. Приблизно. Да, да. Там еще цветочный букет, в котором солирует роза. То треба пізніше буде, я ще понюхаю. Ну, в общем, да, в общем, ви угадали. Так. А тут вже солодший аромат. Такий він трошки приторний, як на мене. Ну, поначалу, да. Може він розкриється. І з'являються такі дуже терпкі нотки. Мшисті. Теплі, такі, як шипрові ніби. Так, шипровий. Так, так. Аромат. Але він такий цікавий, він починає розкриватись в декілька етапів. Це дуже класно, коли духи чи якийсь будь-який аромат, коли він має таку... Постепенне розкриття. Він розкривається не одразу, ти його відчуваєш за декілька ноток. Але ж потім треба, щоб залишився якийсь аромат. От той основа, що то повинно бути? Базовые ноты основные – это ноты, которые раскрываются дольше всего по времени, которые дольше всего живут. То есть они еще, их можно называть как фиксирующими нотами, то есть в основном это ноты пряностей, специй и древесные ноты, такие как, допустим, если из натурального мира это ветивер, это сандал, это компоненты животного происхождения, это амбра, мускусы. И, собственно, вот они являются в основном фундаментом аромата. То есть вы их можете ощущать с самого начала, но не в таком объеме, в котором вы их ощутите в самом конце. То есть, да, допустим, все-таки над базой есть надстройка. Наверху в основном цитрусы и цветы какие-то. Какие-то травы, в сердце это цветы, может быть немножечко специй, и вот эта база. То есть вы сначала ощущаете весь аромат, и по мере приближения к базе вы будете уже в конце, конечно, ощущать именно вот в полную силу эти базовые ноты. А мне здесь тут навіть фрукты якісь є. Да. О, клас! Ну, мені здається, що такий аромат можна було б використовувати тоді, коли вже осінь прийшла, коли тепло, коли от такі нотки бархату, щось таке вже відчувається в повітрі. Пожалуйста. Так? Тобто це ваше видіння, ваш вибір, і ви, в принципі, можете його використовувати осінню. Він хорошо підійде як вечірній аромат, тому що він такий достатньо насичений. Головне, пам'ятати, що лучше не перебарщивать, что, опять же, аромат, он не является основополагающим, и если он нравится очень сильно вам, это не значит, что он понравится всем окружающим. Вот тому же справа, разумеете? Вот, да, поэтому лучше, вот есть такой, да, как этикет во всем, есть и так называемый парфюмерный этикет, который требует каких-то вот... Две крапельки. Отсутствие излишества, самое трошки. Главное. Совсем да. Трошки. Ну и кажут же сюда так, на да. Те зоны, які ми всі знаємо, тобто тут за вушками трошки, тут де пульс. Ви знаєте, можна і на спину, можна і під коленки, можна, ну, в принципі, куди угодно. Но саме таке правило, яке буде працювати завжди в парфюмерії, що саме парадоксальне, да, чим менше, тим більше. Тобто, чим менше і далі від носа ви нанесете аромата, тим дольше ви його будете відчувати, тому що обоняння – это все-таки система наша, и воспринимается это мозгом, и мозг всю эту романтику не воспринимает. Для него запах – это раздражитель в любом случае. И чем сильнее и дольше он будет раздражать мозг, тем быстрее нервная система наша отключит его восприятие. Как вот как белый шум, мы же когда в городе находимся, мы же не ощущаем каждую секунду, что шумно очень. То есть мы начинаем это понимать, когда или прислушиваемся, или когда вот в этот шум города погружаемся, да? Но большую часть времени мы не понимаем, что в городе шумно. Так же самое с ароматами. То есть если вот он будет постоянно шуметь, то мозг его отключит, и вам будет казаться, що ви його не слышите. Тобто подалі, так? Да. Ну, останній ще залишився, якщо ми дуже швидко зараз його понюхаємо. Да, но на самом деле мы пахнем, и окружающие слышат это с нас. Так. Та нам просто кажется, что мы не пахнем. Ось так. Ну, останній аромат – це чоловічий, жіночий? Ну, это тоже унисекс-аромат, так скажем, да, мультигендерный, вот, которым можно пользоваться. И ну, він просто одразу таким яскравим відлунням можна його почути. Дуже багато кислих ноток, дуже багато одразу такої свіжості, яка прям проникає в тебе, так? Да, ну, аромат... Чи гірки, чи щось ще тут є? Нет, аромат называется коноплі. Конопли, а я думала, ну что ж тут, ничего себе, конопли. Мы недавно создали марку «Арборетум», которая обыгрывает характерные украинские такие архетипы. То есть делаются ароматы... Украинский запах. Да. Неимоверно. Да, делаются ароматы, которые характерны для Украины. То есть вот сейчас вышли бузок, сирень, да, квит, конопли, стожари, смерека. Ну, це дуже... Я вас вітаю з тим, що ви відзнайшли ці аромати українські, саме українські. Я дуже рада, що у нас з'являються такі парфумери, які можуть відображати нашу чудову землю, нашу природу, наші сади. Те, що у нас є, це насправді супер. Чому ми повинні нюхати щось інше, якщо ми можемо вдихати наші українські аромати? У нас достатньо багатий набір всього, що можна обоняти. Я вам бажаю великого успіху. Я так сподіваюся, що ви зробите ще всесвітньо відомий аромат, який потім люди будуть намагатися купити і взагалі нюхати, пахнути ним, щоб вони розуміли, що вони пахнуть Україною. Тому чекаємо вас ще наступного разу, ну а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.